Ну, не знаю. А меня валят бараны. А меня в основном валят бараны! Сука. А меня в основном валят бараны. Итак, всем привет, Костел здесь, и мы с вами продолжаем проходить метро Исход, несмотря на то, что уже практически все прошли метро Исход История Сэма. Тем не менее. Я, короче, сделал так, чтобы меня было слышно, поскольку в предыдущей серии все было сделано так, чтобы меня было ни хрена не слышно. Там было очень громко, причем особенно в том моменте, где я... когда ездил-то с вот этого бункера, где я достал-то вот эти вот карты и всякое прочее, где еще Гульнару встретил. Вот там, короче, когда я говорил, и в это время вот это радио звучало, меня вообще было не слышно. То есть звук игры был громче моего голоса. И вот сейчас я специально настроил все так, чтобы было все нормально. Плюс еще во время загрузки почему-то у Артема голос пропал. Надеюсь, это баг не критичный. Так, и сейчас бы мне посмотреть, сколько у меня патронов в воздушке. Плюс еще сегодня мы будем выполнять три кое-каких не особо сюжетных задания, но тем не менее стоит проверить. Сначала пойдем на кран. Я предлагаю сейчас сначала пойти на кран. Так, и в это время еще и кот заорал, но как-то на это наплевать. Да, наплевать, Тима. Ты мне особо не нужен. Так, все, меня уже заметили. Зашибись. Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Я тоже это заметил. И да, меня заметили. Зашибись. А ведь вроде я фонарик не включал. Вижу, гада. Сейчас я его. Давай. Будет неплохо. Так, я хочу сейчас сделать вот что. Перезаряжаюсь. Погоди. Валить его, конечно, да. Ой, хорош! Вот это прям меткий выстрел, слушай. Ах, зараза, пот глаза заливает, не могу попасть. Так, ну я зато хотя бы убрал прожектор. Так, все, меня видит кто-то. Какая-то тварь меня видит. А я его не вижу зато. Но сейчас мы будем от укрытия к укрытию идти, и тогда все будет отлично. Так, давай, пошли. Пойдем, 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 пойдем. Давай, давай. Ах, ну ничего. Хорош. Кто там говорит граната, я слышу, Охреневший, что ли? Где он? Это он? Я смотрю. Ой, да ладно, порвите его нахер, слышь ты! Воу! Где? Я не вижу его. Так, подожди, спрячусь-ка я вот здесь вот. Да где они? Я их не вижу, ни хрена. Он вот там откуда стреляет. Вон он. Блин, я реально не вижу. Пойдем на абордаж, пофигу. Пойдем вплотную. Пойдем вплотную. Я их ни хрена не вижу. Ни тех, ни других. Да блин, ударь его! Вот. Спокойно. Нет, не разбирай. Ой, точнее наоборот, разбирай. О, это чё? Так, тихо. На, сука, получай! В смысле на, сука, слышь? Спокойно. Так, тихо. Где еще? Это все. Так, я думаю, это все, наверное. Блин, столько аптечек из-за этих тварей потратилось. Смотри-ка. Столько аптечек на непонятно что. Так, и по-моему остался один снайпер. Наверное. А может и нет. Наверное, остался всего один снайпер. Да, вон он. Так, а он побежал наверх, слышь, какой? Осторожно, он скажет. Ты слышь, борзой какой? Ну-ка, тварь такая. Блин, он ушел, смотри-ка. Он прям наверх ушел. Где он? Где он? Вон он. Да ну нафиг! Да, конечно. Да, конечно. Готов. Хорошо, пошел. Действительно. Ладно, Артем, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. Есть уже интересное, это называется верстак. Уже есть интересное, так давайте, наверное, я озвучку чуть-чуть прибавлю. Чуть-чуть совсем. Вот совсем капельку.
На раз и все. И хватит. На раз и все, и хватит. Так, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас ничего особенного нету. Кстати, еще в предыдущей серии я раскрыл, что оказывается барон не настоящий. Тот барон, за которым мы охотимся, он фейковый. Это не тот барон. Другой барон, он где-то здесь находится, это я точно могу сказать. Так, а вот здесь надо сейчас подзарядить воздушки. Плюс еще, наверное, мы переключимся на оригинальные патроны. Поскольку сейчас мы поджигать особо не будем никого. Плюс давайте еще посмотрим на револьвере, что у нас. Как дела, все хорошо. Здесь тоже все хорошо. Так, включай. Пусть говорит. Гастролеры заняли Старанского. Я пока все посмотрю, все починю. Человек здесь, организовано хорошо. Наблюдаем. Один гастролер на машине катается. Я присмотрелся, а это Солова Буханка. Старшего с поста руин. Попробовал вызвать, не отвечает. Херовые дела. Это, наверное, этот, короче. Типа аудиодневника этого. Как его зовут-то? Кто там сигналит? О, кто там, кто-то еще пришел, прикинь. Ну-ка, спокойно. Так, тихо. Там кто-то еще пришел. Так, убираем свет. Все, тихо. Спокойно. Там кто-то идет, я слышал. Вон они. Блин. Есть. Твою мать. Ай, скотобаза. Отчет. Тихо, спокойно. Где? Не вижу. Вижу. Да блин. Нет, надо спускаться вниз. Так я их не достал никогда в жизни. Надо спускаться вниз, так я их никогда в жизни не достану. Или же, ну-ка, давай-ка на позицию выше стану, чтобы они меня вообще никогда в жизни не достали. А можно на самом деле смыться оттуда, кстати. Попробовать. О, не-не-не-не-не-не-не, нафиг. Да, лучше здесь посмотрим, что у нас тут есть особенного. Нафиг, они меня сейчас... Блин, они меня даже отсюда изрешечивают, слышь, какие? Подожди. Так. Это тоже не надо, все, спасибо. Блин, а они меня сейчас... Я сейчас из-за них все аптечки потрачу, из-за них. Я их вижу, но почему-то я не могу по ним попасть. В смысле? Я что, застрял? Да ну нафиг. Я что, застрял? Эй. А ты почему не можешь залезть-то, эй? Да ну нафиг, как я же не могу застрять здесь. Тихо. Подожди. Они что, внизу вообще в самом? Да блин, а! Да ну нафиг, я не могу застрять-то. Подожди. Во! Не, я их не достану так. Я их так в жизни никогда не достану.
Поэтому смываемся отсюда. Ну где? Ну веревку дай! Блин, посмотри, он не дает веревку, слышь? Да какая карта в жопу? Подожди. Блин, а. Все, смываемся. Смываемся отсюда, все, смываемся, нафиг. Смываемся отсюда, нафиг, все. Потому что я их там никогда в жизни не достану. Они очень далеко находятся. Все, уходим, 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 все. Все, давай. Но они меня должны вроде потерять здесь. Или меня ни хрена не потеряли, они все еще, блин, это, пытаются меня убить, смотри-ка. Нереально их оттуда не достать. Там нужна вот супер-снайперская винтовка, хоть убей. Там нужна прям суперская снайперская винтовка. Хотя, в принципе, можно сейчас вот к ним подъехать и нормально, спокойно их убить всех. Давайте к ним подъедем и спокойно так их убьем. Потому что мне там их не достать. Там нужна вообще супер навороченная снайперская винтовка. А я ее разобрал. К несчастью. Поэтому давайте к ним подъедем спокойно. И их всех изрешетим. Они вон там. Где они? Где кран? Я далеко от крана? Подожди, где кран? А я все, по-моему, уже. Подожди, вот где кран? Я что, далеко от крана? Серьезно? Ой, кто? Кто? А что происходит? Я что, наступил на что-то? Регина. Это, как его зовут? Дрезина из Last Light. Блин, я что, реально далеко от крана ушел? Ну ладно, окей. Я ушел далеко от крана. Опять же повторюсь. Я их там в любом случае убить не смогу, потому что они супер далеко находятся. Я реально далеко от крана. Ну да, я далеко от крана. Я далеко от крана. Я далеко от крана. Так, сейчас куда едем? Так, сейчас едем там, где корабли. Вот сюда. Едем там, где корабли. Там, где плывут в море корабли. Вот здесь. Ну-ну. Меня уже вовсю встречают, смотри. Меня уже... Где? Какие маслины? В смысле? Вот, ты чё? Воу-воу-воу, вон он. Да я пытаюсь сам приезжать вон ту падлу. Все, хэдшот. Блин, что у меня в последнее время с этим, как его, с меткостью вообще все отвратительно. Ничего почти не помогает. Вот, кстати, этот барон. Но это не тот барон. Это барон не настоящий, это лже-барон. Настоящий барон, он где-то здесь находится. Я 100% могу сказать. Так, все, еще один готов. В данном случае калаш делает свое дело на 5 с плюсом. Да ну нафиг. Видит, суку, слышь, какой. А я вижу падлу, которая вовсю меня шмаляет. Вон она. Готов. Тем более, у этого калаша есть глушитель. Так что, все зашибись. Все отлично, все хорошо. Меня все, в принципе, устраивает. Вон еще есть падлы. Главное, я для них сука, а я для них... А они для меня падлы. Вот, теперь они меня называют падлой. Ага, не-не-не. Ну, не знаю. А меня валят бараны. Меня в основном валят бараны! Сука.
А меня в основном валят бараны. Окей, давай еще раз попробуем. Вспышку выстрела, чтобы выдать стрелка в темноте. Да я знаю. Это я все прекрасно знаю. Ну давай еще раз попробуем. Я говорю, здесь в данном случае, когда вот прям идет экшен-экшен, то калаш делает все на будь здоров. Он меня вообще не видит. Он вообще слепой. Он вообще слепой. Так, вон там еще один. Нетушки. Ой, так, спокойно. Так, давай попробуем сейчас, пока они меня не видят. Сейчас пока что сделаем аптечку. Хотя бы одну. Ага, сейчас там. Хрен там. Ладно, окей, придется тогда снимать, как обычно. Так. Что здесь? Пусть будет. Я вообще-то перед вашими глазами, бараны. Главное, валят их козлы. О! Но сами они как бараны. Ни черта не видят и только своим блеянием мне здесь все. Что это? А, металл какой-то я собрал. Я не наверху. Я вот здесь вот. Олейна. Баранна! Слышь? Э! Где? Тази. Да. О, сдается кто-то! Хорош! Спокойно. Так, спокойно, тихо. Подожди, сдаюсь. Ты пока сдавайся. А я сейчас пока что соберу аптеку. Да я слышу, что сдаешься. Подожди. Сдается, сдаешься. Сейчас, подожди. Сдавайся. Сдавайся более-менее. А я сейчас пока что тебя найду. Где ты? Вот серьезно. В экшен... Вот в таких экшен-сценах лучше использовать калаш. А в стелс-сценах лучше использовать всегда этот, как его зовут. Воздушку. Которую сейчас надо, во-первых, подзарядить. Игра, не смей зависать, я тебе умоляю. Вот так. Так, а теперь разберемся с тобою. Пушку на землю. Давай, давай, давай. Сдавайся, сдавайся. Вот и все. И никаких проблем. И никаких проблем. Вот и все. Так, сейчас давайте осмотрим лагерь. Посмотрим, что здесь плохо лежит, что плохо валяется. Заодно тупо посмотрим. Так, это прожектор, но я его уже сломал. Поэтому все. Так. Так, трупы надо смотреть сейчас. Так, а может в этот корабль зайти? Там посмотреть, что есть. Ну-ка, это я уже все осмотрел, получается? Да, ну, сейчас, конечно. Я лишь только осмотрел аванпост. Я лишь только осмотрел аванпост, не больше. То есть сейчас нам нужно идти на корабль. Для того, чтобы там все дальше осмотреть. Так, давай. Еще аптечку сделаем. Не сделать аптечку уже, все, пипец. Все получается, придется действовать, не действовать, а, скажем так, надеяться лишь только на самого себя. Так, пускай там буханка моя стоит, а здесь я попробую как-нибудь спуститься вниз без травм. Без травм и упреков и тому подобное. Ну, в принципе, можно на самом деле спокойно... А может не надо? Да, или... Ну, ладно уж. Пойдем так, ладно уж. Попробуем пройти по стелсу, ладно уж. Плюс еще снова прицелом, который особо мне, конечно, ничего не помогает, потому что, как вы видели, на кране я там не смог справиться с теми солдатиками алавианными и не только. Чё? Склонитесь и будете спасены, лже-барон. Потому что, повторюсь, это не настоящий барон. Настоящий барон где-то здесь находится. И моя задача его дополнительная, но не особенная, найти его.
Так, здесь, очевидно, закрыт ангар. Окей. Так, кот опять заорал. Секунду. Продолжаем. Продолжаем обследовать корабль. Так. Так. Поехали. Значит. Так, ну, в принципе, у меня же есть еще и глушитель, так что, ладно. Понадеемся пока на калаш. Так. Так, здесь сволочи есть, спокойно. Блин, предупредили все-таки, сволочи, ладно, окей. Одна сволочь все-таки предупредила, окей. Так. Тушим свет. Отлично. Сейчас попробуем опять здесь применить свой любимый стелс. Естественно, подзарядить нужно нашу пустомельку. И спокойно идти и вырубать всех нефтяников. Желательно в рукопашную. Здорово. Так, тихо. Спокойно. Отлично. Еще один. Не видишь, не ври. Не ври. Не ври. Ты эту падлу не видишь. Врать мне здесь не надо. Ты эту падлу не видишь. А вот сейчас видишь. А вот сейчас видишь. Молодец. Молодец. Свою награду ты получил. Молодец, молодец. Вот это вот здесь. Вот здесь ты умеешь смотреть. Вова, молодец. Молодец, конечно. На. Сейчас попугаем их немножко так. Попробуем напугать их до усрачки. Блин. Подожди. Ой, хорош. Твою мать! Скотина! Ой! Смотри, как кто сзади ко мне подошел, фраерок какой, слышь? Вот это да. Вот это да. А вот это да. А вот это да. А вот это ни хрена себе. А потому что здесь лампочка горит, действительно. А он меня увидел. Конечно. Конечно, он же меня увидел. Этот фраерок, тварь такая. Так, ну все, давай выше сберемся. И возьмем, наверное, нашу стелс-пушку любимую. Ай, натянуй, блин. Натяни-ка вот это. Так. И вот это. Ах ты, тварь. Ай, нас заметили, смотри, вниз. Давай, 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 видит он, видит он, ой. Ну-ну, найди меня, слышь. Так, и чё это такое? А зачем это нужно было? Мне интересно узнать. Ну ладно уж. Ладно уж, пусть будет. Ладно уж, пусть будет, так. Да-да-да, шпана, шпана, ну-ну-ну. Ну-ну-ну, шпана, действительно. Твою мать! Спокойно, козлы драные, да-да-да. А здесь бараны вон ходят. Ничего, нормально стреляют. Себе так. Так. Да попади ты, блин! Вот. Вот, сейчас меня заметили, спокойно. Переходи. Переход, переход, переход. Переход, переход. Тихо. Да-да, завали, завали. Да-да-да, конечно. Да я моя! Эй, пацаны! Эй, чушкан, тварь! Тушканчик сраный! Видит он! Молодец какой! Смышленый, блин, парень! Ни хрена себе, видит он! А я тебя тоже вижу! И тебя вижу!
И тебя вон тоже. Твою мать, не попал. Ладно. Ой, да ладно, прижал он. Смотрите-ка, какой молодец. Ни хрена себе, блин. Прижал он меня. Ой, привет. Наших бью, да, действительно. Особенно тебя, слышь. Наших бьют, блин, ой. Действительно, наших бьют, блин. Капец. Наших бьют, блин. Ой, блин. Ладно, поугарали, хватит. Запчить добавим. Ой, блин, какие же они бараны, блин, сраные. Ой, блин, как же от них угораю. Там кто еще есть? О, нет. Спокойно. Так, короче, а зачем нужны были эти клетки, непонятно. Вроде никого в них нету. Там ведь никого нету. У-у-у. Вот тут что? Туда я не полезу, нафиг надо. Так, а здесь что? А это кто? Живой? Ну я не знал. Ну я не знал, пацаны, я не знал. Я не знал, я не предрекал такого. Я такого не предрекал. Вот честное слово, я не предрекал такого. Я даже не понимал, что я делаю. Окей. Так, здесь что? У нас плохо лежит. И плохо строится, или типа того. Ну. Так. Самое главное, они вообще ничего не боятся. Вот хоть убей, я вот заметил, они вообще ничего не боятся. Как бы я бы их не пугал, им вообще все равно. Что их убивают, что соседи убивают, им похрену. Абсолютно, на абсолютно похрену. А, туда ты не сберешься, окей, я понял. Сбираться туда тебе не дано, окей. Так, здесь тоже нельзя открыть ничего. Здесь какие-то другие штучки валяются, дрючки. Так, а здесь? Ой, музон пошел, смотри. С пулеметом, какой хорошенький ты мой, с пулеметом идет, смотри-ка. Ой-ой-ой. Ах ты ж мразь, смотри-ка, с пулеметом идет. Ни хрена себе, ой-ой-ой. Вот это да, с пулеметиком идет. Ой, блин. А я здесь, тварь такая. Черт, действительно. Спокойно. Так, тихо. Отлично. Так, это нам не надо. Это что такое? Это просто свет вырубает, да? Да, это просто свет вырубает. Но это уже не понадобится нам ни в какие ворота. Не влезает это нам. Так. Пускай подождет. Пускай эта скотина подождет. Пускай эта скотина там подождет. Пускай потерпит. Терпение тут все перетрут, как говорится. Особенно его нервы. Пускай. Это ему полезно. Это ему надо. Так, это что? Так, я походу освободил всех этих. Да, я освободил этих. Я сделал хороший поступок. Я освободил всех этих, как их зовут? Всех рабов. Ну, почти всех. Каких-то я спас. Так, здесь. У нас какое-то еще одно улучшение есть. Посмотрим, что оно нам дает. А ты смотри, какой у нас юркий, слышь? Ты посмотри, какой юркий. Ой, фотография. Ну, возьми. Только здесь пулеметчик, так что, да, быстрее. Открытка. Вау. Это открытка, хорош. Хорош, это открытка. Тихо. Ах ты!
такое, такое. Непонятно. Да уже все. Да уже все. Уже действительно хватит прятаться. Так, подожди. Сейчас надо, короче, после того, как я освободил рабов, надо там сохраниться. А по-моему, или, по-моему, нельзя сохраниться, когда меня видно. А может нет. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, сохранюсь. Может быть, не сохранюсь. Посмотрим. Так. А давай. Это уже когда? Это уже после того, как я всех убил. Да, это уже я после того, как всех убил. А рабы до сих пор не алё. А рабы до сих пор не алё. И еще плюс нужно собирать все по новой. Ну давай соберем все по новой. Мне не жалко. Взять и собрать все по новой. Давай соберем. Давай соберем все по новой. Давай. 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 Так. Достаем наш автомат. И пока что вырубаем свет сначала. Так, сначала свет вырубаем. Везде. Любые источники света. Вырубаем спокойно. Есть. Тихо. Спокойно, не быкуй. Не быкуй, тварь. Так, сейчас. Блин, открытка. Где открытка? Так, открытка. А, все, открытку я взял, получается, да? Ну, окей, ладно, я открытку взял, хорошо. Так, теперь. Отлично. Так, здесь. Угу, хорошо. Так, это бери. Так, здесь я тоже книженцу взял, хорошо. Так, теперь вырубаем везде свет. Хорош. Так, теперь, значит, что? Теперь вот здесь надо бы тоже свет убрать. Рабов освободить. Хорош. И сохранимся. Свобода, свобода, ура! Конечно. Да. Свобода, свобода, да. Я вас освободил, спасибо. Не благодарите. Не благодарите, спасибо. А благодарить меня еще рано. Я сейчас должен вырубить вот этого на букву П. Его зовут на букву П. И он меня бесит ужасно. Я сейчас буду как призрак. Like a ghost, как говорится. Like a ghost. Ты дурак? Так, это тоже можно вырубить. Хорош. Ничего я не боюсь. Ну так, чуть-чуть немного. Да, сейчас по-быстренькому сделаем это. Аптечку. Хорош. Все, три аптечки, это самое то. Пригодится. Спасибо. Дело. Вон он. Ах ты, да, ах я. Эх ты, эх я, действительно. Да блин, как ты меня видишь-то? Я здесь. Все, я убил? Хорош. Чтобы нам быстро я его убил. А вот тот, который был на Ямантау, я там с ним долго возился. Вот здесь что-то прям я быстренько так убил. Убил его, их. Убил их, в смысле их, если его. А, ну в принципе он же здесь забирался-то. Ну конечно, действительно. Естественно, заткнись. Так, здесь тоже убери. Гитара, это конечно хорошо. Но у нас уже у Степашки есть гитара. Здесь... трупы. Здесь вододядяцкий. Вододядяцкий. Так, здесь у нас что? Здесь у нас коробки. Это, по сути дела, сюда можно тоже взобраться. Но какой смысл, если мы уже нашего главного врага победили? Так что все, что нам остается, это... ой, кухня здесь, смотри-ка. Самовары. У самовара я и моя Маша. Вот здесь еще есть бабеха. И дарит, мадрит. Ой, как хорошо. Еще и две аптечки мне дали. Это просто супер. Это просто супер. Это отдельный респект. Я прям...
Я прям вас желал такого. Ладно. Ладно. Все. Здесь, по-моему, мы уже сделали все, что нам нужно. И получается, у нас остается еще одно место. И, по сути, на этом можно и заканчивать. Потому что сегодня у нас только вот эти три места обследовать, и все. Пока я могу спрыгнуть вниз. Ну, в принципе, не надо, потому что спрыгивать вниз, это означает верная смерть. Поэтому не надо. Спрыгнуть вниз равно верная смерть. Поэтому не надо. Не рекомендую, как говорится. Можно еще здесь осмотреть. Так, а вот тут что за дверь? Так, это дверь наружу. Все. Уже утро, кстати, наступило. Хорошо. Так, а здесь можно скатиться как-нибудь? А? Алло. Да, можно. Поехали. Поехали дальше, к третьему месту. До третьего места дойдем. И на этом закончим, если успеем, конечно. Вряд ли, что мы успеем. Тем не менее, попробовать стоит. Так, где наша буханка? Буханка, вон она где. Сейчас пойдем к ней. Оттуда дойдем до вот этого места. Все будет отлично. Пошли. Хорошо. Выходим. Поехали. Так. Куда? Нам сейчас надо поворачивать. Нам сейчас надо Да ё-моё! Давай! Заезжай, мать твою! Вот сюда. Вот сейчас нам надо вот сюда, под самое утро. Всем слушай! Барон говорит! Слушай, уже. Вот сейчас буду молчать. Всем слушай! Барон говорит! Давай. Так, по каньону в горах у источника, где дикие лохматые против наших пацанов пойдут. В машине пока посижу. Вань! Тебе что? Мое слово, это так, жопу подтереть. Хорошо, конечно, что рабы там сами плодились и жрать не просили, да? Но так и надо было их собирать, пока не борзели. Ну, а теперь дождались, что они на повелителя огня лапу подняли. А раз так, все, всех в расход, я сказал. Всем отбой, барон сказал. Так, нам пометили новое место, а значит, мы в следующей серии, наверное, пойдем туда. Потому что в этой серии мы вряд ли до туда дойдем. Так, сейчас главное здесь не напороться ни на каких чурчхел или типа того. Спокойно так все пройти. Гладенько, так хорошо все, что было. Потому что иначе все будет плохо, я думаю. А может и нет. А может быть и нет. А может быть и да. А может быть. Пошел ты. А может быть. Конечно. Так, вот здесь надо применить ночное видение. Потому что здесь очень сильно темно. И здесь еще, говорят, есть эти. Чурчхелы похуже. Чурчхелы похуже, чем я. Поэтому пошли. А можно... Наверное, без ночного видения. О, здесь ни хрена не видно, поэтому давай ночное видение. Поохотимся на чурчхел здесь. Потому что здесь вроде чурчхелы есть. По крайней мере, присутствуют. Отлично. У, сука. Еще. У, сука. Еще. У, сука. У, сука. Да, напугал, конечно. Да. Напугал. Ой, как напугал. В смысле воет. Саула здесь нет, и здесь только я, Артём. Тихо. Давай.
Да подожди ты! Здесь нет Саула, здесь только я один. Да, обижаться, в принципе, на тебя. А, кстати, фонарик, давай. Ну не фонарик, а прибор ночного видения. Вы хотели сказать. Давай заряжу, спасибо. Благодарю, идем. Так, ну здесь, по-моему, мы уже все. Ничего больше не найдем, кроме радиации. Поэтому... Поэтому идем обратно. Поэтому идем обратно. Так, тихо. Ну, где они? Где эти твари? Они что, снаружи? Так, походу они снаружи. Вы где? Вон. Блин! Все плохо. Так, все отвратительно. Ага, сейчас. Так, где он? Хорош. Хорош. Еще как, чувак. Спасибо, капитан Очевидность. Вот, кстати, я. Если вы вдруг хотели узнать, кто я. Вот он я. Вот он я, мы хорошие. Вот он я. Вот он я. Вот он я. Теперь вы знаете, кто здесь, блин, Саул, а кто нет. Вот он я. Сдавайся, сдавайся, давай. Вот так. Вот и все. Хорош. Вот и отлично. Вот и познакомились, так сказать, с четырьмя дикарями. Почему их четверо? В душе не чаю. Ну ладно. Так, сейчас что получается? У нас остается обследовать одно здание. И пока на этом мы можем завершить нашу голову. А где четвертый? А четвертый за машиной, по-моему, был. Так точно. Он был за машиной. Все отлично. Ну все, идем наверх. Посмотрим, что у нас находится за Ми-24. И за другими прочими бараками. Вот здесь, кстати, что находится. Можем посмотреть, в принципе. Так, ну здесь вообще ничего не видно. Ну нет, видно на самом деле. Разбери. Здесь, дебил ты. Короче, не трогай моё. Дебил, не трогай моё. Да-да-да, конечно. Прям так я вам и поверил, что это ваше. Так, а здесь я могу вылезти? Еще как. Так, все, пойдем в здание. Идем в здание. Так, здесь у нас тоже не особо хорошее освещение. А точнее, здесь у нас есть вот эти вот твари. Гули песчаные. Сволочи поганые. Вот они. Козлы белороги. Так. Ну и где еще? Все? Вроде все. Так. Отлично. Так. Смотрим здесь что. Ой, кто тут у нас такой хорошенький, блин, по стелсу? Смотри-ка. Молодец. Красавец, блин, по стелсу. Смотри-ка. Ой, какой. Ой, какой. Молодец. Молодец. Что могу сказать? Молодец. По стелсу он умеет. Он могёт. По стелсу он могёт.
Так, здесь. Здесь, по-моему, вы. А, выход. Где? Где? Кто? Откуда буду учить? Где? Вверху? Ну иди сюда! Вот и все. Блин, это еще штука перегревается, смотри-ка. Она еще, не дай бог, расплавится. Ты давай. Ты давай мне здесь не шути, Артем. С расплавкой шутки плохи. С расплавкой, заплавкой. И так далее. Тиф и так далее. Так, ладно, здесь что? Здесь, по-моему... Нет, я не могу зайти туда. Здесь, по-моему, пустая комната. А здесь, по-моему, вообще ничего нету. Ни того, ни сего. Ни алло. Ни здрасте, ни до свидания. Здесь только куча вот таких вот однородных гулей. Что? Все? Да, все. Патроны закончились. Патронов больше нема. Нема патронов. Так. Таки-таки-таки-таки, румба. Где еще? Не включай. Благодарю. Спокойно. Так, отлично, нашли еще. Так, секунду. Подождите. Так, продолжаем. Сейчас быстренько все это закончим. Дообследуем это здание, поскольку мне надо сейчас кое-куда. По срочным делам. Так что давайте сейчас быстренько все это мы дообследуем. И пока на этом закончим. Так. Так, ну здесь я, по-моему, обследовал все. Или нет? Он живой? Вот этот живой. Так. Где еще? Я слышу, они свистят где-то еще. А, еще это... Это еще не весь этаж, смотри-ка. Так, а здесь что? Так, спасибо. Так, хорош. Так, подожди. Вот телефон. Положи. Так, все, теперь идем наверх. Подождите. Что случилось? А? Сейчас приду скоро. Сейчас скоро закончу. Спокойно, потерпите там немножко. Не скажу, что за срочное дело. Это мое личное дело, не ваше. Так, спокойно. Не выдерживайся. Так, тихо. А, у меня патроны не запоились, хорош. Да блин, а. Берись. Спокойно. Так, у меня же патроны пропали, а. Все понятно, патроны пропали. Пропали патроны. Хорош. Все, так, давай. Так, у меня, короче, пропали патроны. Так. Отлично. Мухи, я вот слышу, везде жужжат, летают. Так. Так, здесь почему-то командир стал ходить медленнее. Так, ну там уже вовсю светит солнце, это уже хорошо. Ну или не очень хорошо, но тем не менее, я думаю, что это прекрасно. Так, ну все, идем на следующий этаж. Сейчас быстренько дообследуем это здание. И все будет у нас замечательно. Так, спокойно. Так, ой, не соскальзывай. Не соскальзывай, тихо.
Так. Ага, ясно, понятно, так. Хорош. Так, ну здесь... Здесь вообще ничего нету. А вот это сейчас было очень-очень-очень больно. Прям удар ниже пояса, вот хоть убей. Из-за этого придется создавать новые аптечки. Благо, материал есть. Ой, хорош. Новые патроны для этой, для воздушки. Прекрасно. То, что мне нужно. Так, давайте посмотрим, давай... Так, подожди, давайте тогда посмотрим еще, что у нас дадут за улучшение. Так, это что? Деревянный приклад с вырезом обеспечивает удобное положение руки. Установить здесь. Зеленый лазер, он меня подведет в каких-то моментах. Так, давайте еще посмотрим на улучшение. Что у нас еще есть? Не буду я одевать этот лазер. Здесь, наверное, тоже лазер, да? Но лазер он мне никуда вообще ни в какую. Поэтому не надо. Этот лазер мне ни в какую не уперся. Ой, хорош. Это Ми-24, хорош. Это Ми-24. И там крылан еще летает. Хорош. Эти Ми-24, кстати, могут потом пойти мне на превью. Так, сейчас давайте быстренько доберемся до тех этажей, из которых я свалился. Так, быстренько. Быстренько. Так, хорошо. Все отлично, добрались. Так, теперь. Здесь куча всякого чего-то. Так, а почему ты дверь закрыл, мне интересно узнать. Ну ладно уж. Так, это что? Это просто вещи. Это поспать. Это улучшение. Хорош. Ну, неплохое местечко, слушай, блин, красиво-то. Просторненько так, хорошо. Все замечательно. Ой, еще улучшение. Ой. Меня прям балуют. Меня здесь прям балуют. Отлично. Так, ну все. Смотрим, что за улучшение. Заодно создадим еще аптечку. Это уже хрен создашь. Так, здесь... Это мы разбираем, потому что у меня снайперской по сути ничего... Из снайперского по сути ничего нету. Ага. Все. Так, ясно. Так, здесь... Я это кидать никуда не буду. А, ну все. Так, ну все, отлично. Так, здесь что у нас? Ой, бедный противогаз. Ой, пипец. Так, а все, уже не починишь. Окей, ладно, я понял. Так, укрепленный шлем мы уже поставили. Так, здесь. Усилитель сигнала ПНВ. Комбинирует две технологии ночного видения, тепловизорную и усиление видимого света. Давай не такие ПНВ применяются только для спецподразделения. Контроллер заряда аккумуляторов. Ну, давай установлю. Посмотрим, что он мне даст. Так, компас не нужен мне. Я и без компаса могу определить, что, где, как. Куда дует ветер и что-то типа этого. Так. Это мы почистим. Это тоже. Это прям красиво выглядит, слушай. Так, это тоже. Все. Все почистили. Давайте, наверное, в качестве такого завершения выйдем на улицу и встанем в какую-нибудь такую... Какой-нибудь такой. Не, давай вот, в качестве заключения. Сколько мы держались в этой... Послушаю. ...без всякой цели. Без надежды. Да, вот так. Кого нам было защищать? Местных, за считанные годы вернувшихся к первобытному образу жизни? И вот однажды появились они. Бывшие военные, мужики с буровых и, конечно, авторитеты. Вот у них была цель и идея. Сначала мы подняли их на смех, разыгрывать богов. Но возможность создать какое-то подобие порядка из нынешнего невнятного болота. В конце концов, все мы присоединились.
Новому миру, новые боги, новые порядки. Как-то вот так. Так, ну давайте здесь. Я могу еще смотреть что-то? Да, могу. Так, подожди. То стекло так упало, что ли? Так, здесь. Да что происходит? Дури. О, есть еще что-то такое интересное. Так, хорошо. Ну и давайте мы, наверное, станем на вот такой вот достаточно красивый пейзаж. Это, кстати, по-моему, наша конечная цель потом будет. Вот туда, когда пойдем. А наша первоначальная цель пока что это достигнуть левой верхней части карты. И потом пойдем обратно на поезд. Так что, как-то вот так вот. В общем, давайте быстро сохранение на этот красивый вид. И пока что на этом мы с вами и закончим. На этом все.